Всем добрый день. Сегодня у нас 30 августа 2024 год. Мы в Суко. Здесь стоит автомат, кофе. Сейчас возьмем. Мы взяли вот такой. Чего? Я Так, у меня какой? Не знаю, запищал он там, нет? Он запищать должен? Так, погода у нас сегодня в Краснодаре. Не очень, дождик был, прохладно, уже курточки все поодевали, такие легкие кофточки. Да, здесь прогуляемся, пойдем на набережную, посмотрим. А потом поедем в Анапу. Что там, все? Да нет, я сейчас там поеду. Да нет. Не, наливай. Палочка не спала. Ну, она закончилась. Ну, мы выехали с Краснодара в 8:30, пробок не было. Долетели прям, остановились, купили мед. Этот разнотравье 700-граммовая баночка 700 рублей. Потом какая литровая 1200, акацию мы взяли. И какой еще взяли? Черничный мед. Еще какой-то местный мед, там новороссийский, Нижнепоканской. Так, он попробовал, вкусно? Горьковатый так, а так в принципе ничего. Давай на обратном пути пойдем. Ну, хватит одного. А что ты? Пойдем, да. Давай еще. Да хватит одного, пошли. Я такой горький не люблю. Ну ты ж выбираешь. Нет, так пахнет ничего. Пахнет. И на вкус ничего. Ну, горчит. Не пей. Да. Так, забыл. Сейчас мы смотрим. Не хочу. Так, мы меда набрали. Так, папе взяли банку, да, за 700 рублей. И себе взяли 3 баночки на 2500. Так что. А то в том году нам меда не досталось. Она сказала, оказывается, они там до 6 работают, а мы все время в 8 возвращаемся и не успеваем. А в этот раз остановили, сразу купили. Она сказала, в Нижнебаканской живет на улице Мира 16. Можно заезжать и покупать у нее мед. А мед вкусный, у них там прям пасека стоит. Уже не первый год берем у них. У нас и мелкие любят мед. Обычно мы ездили в Гуамское ущелье, там тоже пасека стоит, там покупали. У них еще мед был с кинзой. Мы такой, ну кто кинзу не любит, этот, как его, думает, запах такой, мед не очень будет. Ой, я попробовала, прям, знаете, такой необычный, вкусный. Нет такого. Да, здесь ветра нет. Мы сейчас были, где Варваровская щель, там прям ветер такой холодный. Я еще курточку одела. Ну, как обычно, сувениры здесь до ноября месяца, наверное. Будут, а может и больше. Мы в тот раз в ноябре были, да, еще сувениры продавались. Ну, вот в той части. Так, по времени у нас сейчас сколько? 13:30. Все домой, наверное, ушли кушать. Шашлык 120 рублей, 100 грамм. Так, мармелад 100 грамм, 80 рублей. А? Там дальше там. Вот, тишина. Желающих на море, наверное, купаться нет. Так, а сколько здесь? Ого, здесь гонконгская вафля. 450 рублей. По-моему, здесь самая дорогая. В Сочи дешевле мы покупали. Не, ну это дорого. 450, 550, в зависимости от наполнителя.
Мне больше всех понравилось, знаешь, где? Где ему больше всех понравилось? Говорит, мне больше всех понравилось. Где, кто там, где там? Так и не сказал. Так, что здесь у нас? Таня, не расскажу. Так, вот уже к набережной подходим. Здесь косички он плетут. Прокол ушей. О, кто же еще рискует прокол ушей-то здесь на улице делать? Сейчас, может, технологии другие. Раньше, я помню, приходишь в салон, там сережки покупаешь. Чем тогда 3 года было? И сколько, блин, лет-то назад-то было. Иголкой прокалывали. Ну да. А раньше детей мучили. Помню, сижу, такая плачу, мне эта иголка ковыряет, а сережки-то хочется. Это было 37 лет назад. Я знала, просто стеснялась возраст сказать. Идем на пляж. Пляж Соко работает ежедневно с 8 до 8. У нас ночью в Краснодаре дождь прошел. Молния такая была громкая. Ну все, думаю, затопит. Затопило. Сегодня еще, наверное, цветы придется поливать опять. Больше напугал. Погода облачная. Ну, море спокойное. И все сидят, да? Мало кто в воде плавает. Зато все вон там вот гуляют. Какая водичка спокойная, да? Я прям не ожидала, я думала, сейчас придем, а здесь волны такие. Там вроде пальник машины будет так. Да? Я и купальник-то не брала. А вода такая чистая. А ну, Александр. Да я не пойду. Ну как не пойдешь? Не вот здесь с краю, померяй. Нет, я не пойду. Ну тогда подержи. Я сама пойду. Да?
Там уж дальше 25. Сейчас перейду. Не, вода классная, да, вообще? И людей немного. Все, пошли? Не, она. Ты что, решил все же ножки помочить? Тапочки помочить. Иди. Гремит, да? Купили, похолоднее. Купили, завтра поедем. Так. Ну супер, да, так людей немного. Вода прозрачная, 26 градусов. Аренда бунгало. День 400 рублей, а 4 тысячи, ночь 2 тысячи. Так, там он дошел дальше. Под шезлонгами вообще людей мало. Все ближе к водичке. Ну, людей прям как-то маловато. Наверное, все обедать ушли. Чтоб на выезд машин много ехало, нет. Через пару дней, да, в школу. Да даже через пару дней в школу, а машин-то вообще не было на выезде. Даже пробки ни туда, ни туда не было. Наверное, завтра большая часть будет выезжать. Ветерок такой прохладненький. Санаторий Золотой берег. Вход по пропускам. Ну вот сейчас поедем в Анапу, там посмотрим. А ну здесь вода супер. Ну чистенько прям. Я думала, мы сейчас подойдем, волны прям такие, да? Ветром. Не, нифига, классно. На, сейчас еще пойдем в Анапе покушаем. И купаться не буду. Ты так болеешь. На улице лето, конец лета, у нас похолодало и сразу все позаболевали с температурой. Что значит холоду особо не привыкли, да? А в маечке по 500 рублей. Наоборот, жарко, а потом пробивает, ты заболел. Потом приправа 100 рублей. Ой, чай пахнет. У них наглый фрукт называется. Я в Окее беру нахальный фрукт. Вкусный такой, кто любит фруктовый чай. Он прям вообще суперский. Ну все, в принципе. Теперь встретимся в Анапе.